палатка туристическая, но она предназначена для как душа или туалета. Если там, например, если туалет делать, внизу там яма копается, и вот палатка душ, в общем, она идет, полуавтоматическая. Дверь открывается, и, пожалуйста, вот она такая внутри. Тут с этой стороны есть окошечко с москитной сеткой, чтобы не так жарко было. Открываете, вот так она проветривается. Очень удобно, где массовое скопление народу, а отсутствует туалет или душ. Вот можно помыться или сходить в туалет. Полуавтоматическое, быстро разбирается, быстро собирается.